Итак, немного истории по светодизайну. Сам по себе искусственный свет стали использовать только в 1860-х где-то годах. Первая попытка была в США. Установили искусственные источники света, прожекторы, которые освещали улицы. На самом деле попытка была неудачной, к сожалению. От этих источников света было больше вреда, чем пользы. Глаза поднять было невозможно. Тени были очень резкие, света было, ну, цвет был очень резкий на самом деле, насколько я, в общем-то, помню. И, ну, самая главная предпосылка к этому было то, что хотели снизить криминальную обстановку в городе и при этом увеличить день, рабочий день. Вот. Всерьез взялись за свет, так скажем, стали его изучать и использовать, и вообще появился как таковой светодизайн тогда, когда началась промышленная революция, так называемая. Когда появилась четкая необходимость в увеличении рабочего дня и в снижении травматизма на производстве и предприятиях. До этого времени, в принципе, люди пользовались только двумя источниками света – это солнце и огонь. Почему, собственно говоря, огонь – популярная тема в сферах дизайна, архитектуры и визуализации. Она будет популярна и есть популярна, и была всегда популярна, потому что, начиная вот с... грубо говоря, с 1900 года и вниз до самых исторических времен люди пользовались для освещения только огнем. Вот, собственно говоря, такая вот совершенно простая схема появления светодизайна. Тогда, когда стали делать освещение на производстве, на предприятиях, стали изучать свет вплотную, смотрели, как влияет освещение, ну, теплое освещение на производительность, как влияет холодное освещение на производительность, как яркое освещение влияет и так далее на травматизм, насколько это повышает эффективность работы. И именно в то время стали появляться нормы в светодизайне, стали